Дорогие наши гости и подписчики канала, мы с вами вновь в торговом павильоне, который находится в корпусе А на первом этаже 1В45. И здесь в ассортименте представлены брюки, как классические, так и спортивные, и платья. Но сегодня у нас с вами вторая часть этого видеообзора, и сегодня мы с вами будем подробно смотреть брюки в ассортименте. Сейчас вы видите на экране визиточку, также контакты продавца будут в закрепленном комментарии. По телефонам, которые указаны, вы можете уточнять по размерным линиям и по ценам, а также делать ваши онлайн-заказы. И, конечно, приходите сюда, чтобы посмотреть все в натуральном формате и сделать выбор. Данная коллекция брюк производства Бишкек продается как оптом, так и в розницу. Здравствуйте, показывайте нам вашу коллекцию, расскажите, какие брюки у вас и по какой цене. Здравствуйте, девочки и подписчики, все клиенты. Давай начнем тогда с брюками. У нас брюки производства Киргизия, Бишкек. Ткань хорошая, очень к телу приятный и сидят хорошо. Наши встречи, они сидят очень хорошо. Вот брючки у нас классические модели. Размеры идут 50 до 60. Тут состав все указано. Там шерсть, вискоза, добавки идут. Здесь рабочий карман. Вот у них расцветки. Стоимость оптовая 600 рублей. Размер идут от 50 до 60. Размер полный, хороший размер. А розница по запросу. Да, розница есть, пусть приходит, померит, отдадим. И вот. Качество хорошее. Качество хорошее. К телу приятный такой ткань встреч. Наши вот встречи, они на любой фигуре сидят хорошо. Это же модель, только в другом. В свете, да. Да. Вот еще раз светки. Тоже вот. Как мелкая клеточка. Угу. Рабочий карман. Есть модели еще вот такие. Здесь они имитация. Размер идут тоже так же 50 до 60. Посадка полная, высокие. У них рост евро длина. Это как у кого 1,64 м, они полный рост получается. Тоже расцветки у них разные. Вот цвета разные. Ткань очень хорошая. Качество. Есть еще такие моделечки у нас. Тоже так же ткань кашемир, теплый, зимний. Размер идут 48 до 58. Размер прям соответствует. Все размер идет. Стоимость по 600 рублей. А они все по 600 рублей? Нет, есть и подешевле. Понятно, есть. По да. Вот у них тоже расцветки разные. Вот цвета разные. И есть трикотажная ткань. Вот. Размер идут 48 до 58, да, встреч. Вот еще расцветки разные. Это тоже трикотаж. И это как и зима, кому-то и весна можно как-то. И вот брючки тоже такая шерстяная ткань. Размер 48 до 58 идут. Здесь рабочий карман. Они немножко заужены. Немножко, да, вниз зауженные идут. И посадка полная, высокая посадка. На любой фигуре хорошо тоже сидят, хорошие брючки. Тоже расцветки есть разные и полосочку. Есть однотонная. Вот цвета. Они покоятся. По 600 рублей. Да. Есть еще вот такие шерстяные. Здесь 50% шерсть идут в состав. Там размер идут 50 до 60. Есть полная длина, есть 7/8 длина. Здесь 1,70 м, есть 1,64 м тоже. Здесь 50% шерсти идут в состав. Здесь ткань не встречивая, это российское производство. Есть вот такие утепленные брючки, тоже классика. Размер 48 до 58. Здесь вот такие баечки идут, чуть-чуть утепленные. Есть в черном и синим расцветке. Вот.
Еще синий, черный, синий. Ну, не классическая, но всегда вот это то, что нужны цвета. Есть клеточка очень хорошая. Ткань такой плотненький. Размер этот 48 до 58. Немножко зауженный и на любой возраст хорошо. Вот и молодые полные одевают, и с возрастом прям тоже хорошие брючки. Это 650 рублей. И есть классические модели такие. Они тоже утепленные, 50 до 60. Они по 450 рублей цена. Прямая классические модели. И вот тоже 42 до 52. Иногда вот маленький размер тоже спрашивают, поэтому 42-52. Тоже здесь рабочий карман. Такой моделька хорошая тоже. Тоже расцветки есть разные. Вот клеточку, такую полосочку там. Да, однотонным есть. Это по 550 рублей. Есть еще вот такие кило-то сейчас прям в моде, как говорится, да. Размер 48 до 56, они стоимость 850 рублей. Ткань турецкий габардин, прям качество хорошее. И высокая посадка, полный рост. Килота. Есть трикотажные брючки. Размер 48 до 60. Прямые. Прямая классическая модель, да. И клеточка такая утепленная. Ну, там еще весенний вариант, вот трикотажный есть на весну тоже. И у нас еще спортивные брюки. Брюки. А вот это 650 рублей. Интересно, они вот внизу. Угу. Как, такая модель, хорошая модель, да. И у нас еще спортивные брючки женские, тоже размер, полный размер, 50 до 60. Есть утепленный на зиму, вот такой тепленький вот. С начесиками идут. Размер 50 до 60. По 500 рублей. Есть вот такие еще утепленные тоже. Вот цвета. Такая теплая. Размер по 500. Это цена 500 рублей. Размер 50 до 60. Есть вот такие полегче ткань. Размер 46 до 56. Высокая посадка. Размер полный. Турецкий двухнитка ткань. Тоже качество хорошее. Сидят хорошо. Цена у них по 400 рублей. Вот у них расцветки разные. Цвета разные есть. Вот классические тоже. Также 7 восьмых длина, ткань трикотаж. Размер 48 до 60. Размер полный, высокий. Ну там размер идут. Посадка высокая. Вот еще расцветки тоже разные есть. Они 7 восьмых длина покороче. Вот классические 7 восьмых 48 до 58. Красивые. Цвета, а стоимость, да. Вот таких брючек? Вот это 550 рублей стоимость. Оптовые 550 рублей. А здесь все вот спортивные. Размер 50 до 60. Ткань двухнитка, ткань турецкий. Хорошее качество. Не закатывается, не сядет после стирки. Вот 50 до 60. Есть маленький размер 44 по 54. Такие. У них цена по 400 рублей. Вот у них расцветки тоже разные есть. Это все спортивные у нас. Они все уже прямые. Да, прямая, без манжет, размер 50 до 60. Стоимость по 400 рублей. Размер полный, посадка высокие. Сидят хорошо, на женщин вообще хорошие. Длина нормальная, не надо ее подшивать, ничего. Впереди тоже нет ни морщиночки, ничего. Идеальные, да. Идеальные брючки. Длина тоже самое главное, немаловажная. Такие карманчики, такие удобненькие. Это по 600 тёплые. Рублей, да? Да, оттёночка, да. Ну, хорошенькие. Так, одел и пошёл. Класс. Уже вот такие вот брючки. Другая свесочка. Да, конюшка, кашемирчик. Кармалочки здесь такие. Тёпленькие они, да? Да, тёпленькие, да. Так, а эти в какую стоимость оптовая цена? 600 рублей, да. Красивые девочки, удобные, длина, естественно. Да, длина, не подшивать ничего, да.
Зоя, какой у вас рост? 160, наверное? 164. 164. Вот, на 164 подшивать не надо. Такие еще тоже карманчики. Тоже карманчики. Миленькая клеточка, но такие вот хорошие, удобненькие. Сидят вообще хорошо по фигурке, смотрите. Комфортно, да? Да, и животик утягивает, он у меня такой тут не маленький, но хороший. Хорошенький, да. У вас животик. Оптовая цена 600 рублей. Да. Хороший, одел и пошел. Ничего не надо. Хорошо, красиво. И удобно, да, самое удобно. Главное. Да. Такие брючки. Тоже они как немножко кантрикотажик. Такие они немножко подлиннее, но нормально. Все равно на каблучках нормально. Так, даже стоимость на больше... таких брючек 600 рублей. Оптовается. Тоже, да, карманчики. Угу. Отлично.